Буэнос диас! Ничего, так симпатично. По-моему, калифорнийцы немножко ебнулись. Чувак посмотрел на меня, ничего не сказал, я просто дальше поехал. Я таких ел. I like it! Может, я возьму сегодня экскурсию на пароходе? Чуть не произошла карамба. Охренительный калифорнийский персик. Блин, красавец, мне нравится. Что это за великолепие? Еду, смотрю, блин, тут красота, тут красота. Буэнос диас, камарадон, мучачас и девчачас. Я несказанно рад проснуться в Сакраменто, столице Калифорнии. На улице плюс 15 градусов. Это кайфово. Я обожаю, когда сухой климат и от 15 до 20 градусов. Моя любимая погода и температура. Вечер вчера прошел бомбезно. И сегодня намечается не менее бомбезный денек. Let's go! Ничего, так симпатично. Я сегодня уезжаю на целый день, трак я выключу, и чтобы продукты не пропали, купил 5 килограмм льда и закину в холодильник. Думаю, на один день хватит. Босс, ты слышишь? Я экономлю топливо. Трак сжирает в день от 30 до 50 долларов соляры, если оставить его заведенным. Кто умный? Я умный. Кто крутой тракер? Я крутой тракер. Кладу в мешок, чтобы не протекало и не залил холодильник. Вот такая резиночка на холодильнике, чтобы он во время езды не открывался. Бам! Если нет паркинга на пилоте, то можно встать вот здесь на улице. Хотя здесь no parking написан. Иногда надо. Ты делаешь то, что надо. Обожаю Калифорнию и Сакраменто. У меня план сейчас позавтракать на берегу реки Сакраменто. Я нашел кафешку. Вот она самая близкая к побережью. Вот. Время часов 8 утра, воздух еще не прогрелся. Наверное, градусов 20. Я еду со скоростью 16 миль в час. И это довольно-таки серьезная скорость. Это педальный ассистент третьего уровня из 5. И как бы больше-то особо и не надо. Потому что было бы холодно сейчас. Я уже еду по побережью реки Сакраменто, но к ней не подъехать. Тут вот такие классные здания построены. Правда, красота. А вот так выглядит дорожка для велосипедистов вдоль реки Сакраменто. Кайфы! Вот на этой охренительной дороге для велосипедистов я сейчас стоял возле рампы, вон там, за хайвеем, искал кафешку.
самую ближайшую к набережной. И там прямо вот дико воняет дохлятиной, тухлятиной, помоями, саками. Ну вот, калифорнийцы считают, что каждый достоин и может жить так, как ему вздумается. Живут бомжи, не знаю, что у них там, кошки, собаки дохнут. И прям вот на классной велосипедной дорожке вот это все безобразие. По-моему, калифорнийцы немножко ебнулись. Дорога через парк. Я проехал через будку охраны. Там стоял дядька с пикап-траком, с лодкой на прицепе. Он платил за проезд. Я посмотрел в окно. Чувак посмотрел на меня, ничего не сказал. Я просто дальше поехал. Бывает такое, что в парках нужно оплачивать велосипедистам. Например, в Прово, Юта я был на озере Юта Лейк. Национальный парк, там был въезд велосипедистом $5. Но парк классный, красивый, все убрано, замечательно, кайфы. А здесь не очень убрано, замечательно и кайфы. Вот то, что я проезжал, это часть парка, где там застроено, там вообще закрыто было. Я таких ел. Поехал пикап с лодкой. Хорошая лодка, можно так хорошо разогнаться. Слышь, Глеб, в Сакраменто можно на лодке кататься и купаться, есть где. Зацени. Google мне показывает вот объезжать по каким-то каракулям, зигзагам. Блин, у меня электровелосипед на широченных колесах. Просто делаем вот так вот. Иха! I like it! Я пока еще не видел, а нет, видел одного велосипедиста без шлема, но он, похоже, и без дома тоже. А так вот все вот такие велосипедисты кивают morning в шлемах и кивают мне гривой. А это Sacramento River. Well, thank you so much. А это у нас River Bike Trail. Уже по-взрослому разложились. Сакраменто Waterfront. Это старая набережная, то есть набережная старого Сакраменто. Ну, типа даунтаун. Так прикольно, и здесь я буду пить кофе. Ай-я, какая красота! Я теперь не знаю, что кофе пить или кататься. Визитор центр. Закрыт еще, походу. Блин. Тут мостовые, походу, еще времен ковбоев. Офигеть, по-моему, я вписываюсь в картинку. Найс, найс. Me like it. Так, где-то кафешка здесь. Steamers. Не пахнет на самом деле. Не пахнет. Хотелось бы, чтобы прям с улицы.
стимерс. Это же пароходы. Блин, вот по этой штуке даже на велосипеде ехать неприкольно. Блин, ну вот как так нельзя на Waterfront? А этот пароход, на нем можно взять экскурсию. Может, я возьму сегодня экскурсию на пароходе? Куда он меня довезет, интересно? That's cheating! Стимерс – это пароходы и поезда. Здесь музей Сакраменто, железной дороги. И, собственно говоря, блин, брусчатка. И настоящий пароход с грибным колесом, как в Марк Твен. Хочешь увидеть Америку, настоящую Америку, как этот Tower Bridge в городе Сакраменто, столице штата Калифорния? На своем канале «Крутой дальнобой» я путешествую, приключаюсь и выкладываю это в YouTube. Проходи, располагайся, прожимай лайкос. You're welcome. Блин, а вот я теперь Глеба-то понимаю. Я уехал, оставил на велосипеде телефон, то есть уехал, ушел. Ушел записывать видео и тут... А тут ходят разные личности, которым этот телефон очень даже пригодится. Клево, в саудоамериканском стиле. Значит, в кафешке я купил кофейка и принес вчерашнюю еду, которую забрал из ресторана. Сейчас бахну сюда гвакамоле. Будет круто. To the engine up on the stage. There I go. На канале «Крутой дальнобой» лучшие приключения и путешествия по Соединенным Штатам Америки. Бахни лайкос и подпишись. Бам! Это Tower Bridge в городе Сакраменто, столице штата Калифорния. Stars, as you're a million miles away. Your voice through the telephone, it's
just isn't the same. Заметил канаты. Охренеть! Чуть не произошла карамба. Господин лежать будет. Сакраменто, жизнь кипит вообще, здесь столько всего происходит. На каждом углу что-то интересное. Блин, так классно, мне так нравится здесь климат, обстановка. Виды, граффити, искусство, бары, рестораны, все обалденно. Кайф. Музеи, исторические достопримечательности. Кайфы просто на каждом углу. Вот заезжаешь в любой проулок, и здесь что-нибудь прикольное можно найти.
call me? Еду я, еду по Сакраменто. И тут мне машет эта прекрасная женщина. Она продает сделанную бижутерию, handmade в Сакраменто, Fifi's Natural Club. Я купил себе вот такую штуку и одну штуку купил Глебу. Глеб, мне тебя не хватает в Сакраменто. Надеюсь, ты здесь побываешь, останешься в Соединенных Штатах. Заходите на мой канал «Крутой дальнобой» в Телеграме. Будет клево. Let's go! Thank you so much. God bless you. Охренительный калифорнийский персик. Такой сочный, классный. Как здесь клево. В каждый в такой классный город я приезжаю и влюбляюсь. Вот теперь я влюбился в Сакраменто заново. Как вам такая детская площадочка в парке? Вот такие парки в Сакраменто. Мне нравится. А тебе? Напиши в комментариях. Блин, красавец, мне нравится. 650 кубов, это много начинающему или как? Расскажите мне про мотоциклы, хочу быть мотоциклистом. Ничего такие не выебутся. Нормально, собаку убрали, проехал. Парнишка молодой стоит, попрошайничает. А, прикольно. Вон-вон. Турист.
Да, здесь можно, в принципе, на скутере только ездить. Что, снега не бывает. Да-да-да, вы видели это? Что это за великолепие? Охренеть! По сравнению с Сакраменто, почти любой город, в котором я был, полная деревня. Столько здесь всего, просто глаза на лоб лезут. Я нашел вот этот особняк на карте и пытался подъехать к нему 3 часа. Я просто постоянно пропускал улицы. Еду, смотрю, блин, тут красота, тут красота. И такой... Круги наворачивал по Сакраменто. Ну ладно, поедем посмотрим, что это за особняк. Я вымотался. На GoPro сели 3 батарейки, на телефоне у меня 17% заряда. Я не думал, что телефон будет так высаживать батарейку, но он высаживает. Но он мощный, хотя я им пользовался мало для фотографий, но то, что он мощный, он много жрет памяти. Время сейчас 2 часа 15 минут дня. Я пытался купить пауэрбэнк, магазинов в центре Сакраменто нету, CVS закрыт, в Таргет меня с великом не пустили. Замок я не взял для велосипеда, свой пауэрбэнк, короче, я устал, я еду в трак отдыхать. Пару часиков поотдыхаю, потом, может быть, в Розвилл доеду. Говорили, там классная туса, тусят местные русскоговорящие. Еду сейчас по парку, по байк-трейлу. Но ощущение от Сакраменто просто непередаваемо, непередаваемо, это охренительно. Я здесь был на обычном самокате, на велосипеде, но на электровелосипеде я сегодня, конечно, зажег, посмотрел. Что нравится, ну вот здесь для велосипеда вся инфраструктура, реально на электровелике можно везде передвигаться. Я сегодня город по улитке нарезал. По всем кварталам. Очень-очень мне понравилось в Сакраменто. Погода, природа. Люди сегодня тоже приятственные. Встречались в основном. Даже не помню одного мудака. Обычно такого не бывает. Надо отдохнуть. Вымотался. Вот это, конечно, портит немножко настроение, впечатление. Я сегодня выехал в 8:30 утра. На полной зарядке, у меня еще половина осталась. В основном на Pedal Assist 3 катаюсь. И так по кайфу, до двух сколько? С 8 до 2.
6 часов. В парке только посидел возле Капитолия. С полчасика, не больше. И прям нормально. Я устал быстрее, чем велосипед. Если бы катался на газульке постоянно, тогда да, велик бы выдохся. На телефоне у меня еще 3 полоски. На телефоне, на велосипеде. Телефон почти мертвый, 11%. На GoPro еще, ну, почти целая батарейка, я эту вставил. Еще одна незапользованная лежит в траке. Или две. Две из новой камеры незапользованные. Интересно, трак работает. Я все-таки поставил на этот, на контрол, чтобы он включался иногда. Вспомнил про такую функцию.